вітання! З вами Дар'я Назарова і це програма «Діло». Як сьогодні працює бізнес в нинішніх умовах? Чого слід чекати підприємцям після закінчення карантину? Чи розробить влада антикризовий план з відновлення економіки? Про це не тільки сьогодні у випуску. Гість студії – радник міського голови Валерій Едельєв. Пане Валерію, я вас вітаю в нашій програмі. Добрий день. Як ми бачимо, карантин зараз подовжили до 12 травня. А на час свят навіть запроваджували у нашому місті комендантську годину. І ще невідомо, скільки триватиме ця боротьба з коронавірусом. Все ж таки, які, власне, ви можете зробити сьогодні прогнози для економіки нашого міста та країни в цілому? Да, коронавирус значительный внес коррективы в развитие, в экономическое развитие и города, и в нашей страны, да и всей мировой экономики. Время покажет, конечно, какие, насколько глубокие раны принес коронавирус для всей мировой экономики, но то, что он сегодня уже внес значительные поправки на городской бюджет, на корректировку городского бюджета и на государственный бюджет, на поступление в бюджет, это уже видно сейчас. Мы сейчас уже обеспокоены, и Владимир Викторович Буряк уже дал указание готовить антикризисный план выхода из кризиса на уровне города, то, что город может сделать, и мы такой план готовим. Но хочу отметить одну вещь, что несмотря на то, что в первую очередь во время кризиса пострадал, конечно же, малый и средний бизнес, особенно малый бизнес и микробизнес, в первую очередь они наиболее уязвимые бизнесы для нашей экономики и в нашей стране, да и во всем мире, наверное, так. Но вселяет уверенность и какую-то надежду на то, что все-таки малый и средний бизнес всегда был наиболее креативным бизнесом. Он максимально быстро мог приспосабливаться к ситуациям, кризисным ситуациям и приспосабливаясь, начинал зарабатывать там, где еще, допустим, месяц назад никто и не думал, что возможно вообще заработать какие-то деньги. Поэтому мы смотрим с достаточно осторожным, но оптимизмом будущее. Я думаю, что мы сможем преодолеть эту сложную экономическую ситуацию. И в этом плане во многом, конечно же, надежда на наше молодое поколение бизнесменов, которые сегодня пришли на смену уже старшему поколению. Будемо надіятися. Ну, як ви правильно зазначили, мікробізнес та малий бізнес, напевно, він більш гнучкий в саме у таких ось ситуаціях. Чи не призведе коронавірус та цей карантин до повної ліквідації цього виду діяльності? Ні, до повної ліквідації, звісно ж, не приведе. Діло в тому, що коронавірус внес значительні корективи в розпределення розвиття самих секторів малого і середнього бізнесу. Некоторые отрасли практически полностью свернулись. Там, где... Я вот сразу хочу сказать, что по мнению ученых, проблема коронавируса, вот эта ситуация с эпидемией, она будет продолжаться еще достаточно долго. Многие уверены с большой долей вероятности, там практически до 100%, что новая волна, вторая волна нас ждет осенью, зимой. И, по мнению некоторых ученых, она может быть не менее, а даже более значимой, чем та, которая сейчас. Вот. Поэтому нужно быть готовым к этому, нужно уже приспосабливаться. И те сектора бизнеса, которые были рассчитаны на скопление большого количества людей, в частности, это сфера обслуживания во многом, это туристический бизнес во многом, они, конечно же, их придется сворачивать в том виде, в котором они есть, и искать новые формы, связанные с удаленным местом работы. И сейчас мы на это обращаем внимание, и как раз этому будет уделено максимально большое количество внимания именно органам местного самоуправления. Каким образом скорректировать малый и средний бизнес на новые виды бизнеса? На нові види. Ну, ось ви заговорили щодо підтримки місцевої влади підприємців, саме розробка антикризового плану щодо відновлення економіки. Я так розумію, що з самого початку на цю проблему, на це питання ви звернули свою увагу, також на своїй офіційній сторінці у Facebook. Тоді ви зробили невелике опитування та запропонували запоріжцям доєднатися саме до цього плану. Чи багато вже пропозицій надійшло до вас? От сама ідея моєго обращення, вона говорить о чому? Діло в тому, що местная власть, я уже сказал, и Владимир Викторович Буряк уже дал такое указание, мы готовим антикризисный план, но это готовит власть. Я попросил бизнес, чтобы они создали штаб не при горисполкоме, не при области, а сами свой штаб создали, вот именно в который бы вошли предприниматели с уже большим опытом работы в кризисные времена. И чтобы они предложили власти, как они видят, на какие
они видят вещи, нужно обратить в первую очередь внимание власти для того, чтобы наиболее эффективна эта программа была антикризисная, чтобы ее составляли не чиновники, чтобы ее чиновники составляли на базе тех данных, которые сможет преподнести бизнес. Почему я к опытным людям обратился? Потому что у молодежи, у тех, которые только начинают, зачастую бывают такие залихватские идеи. Ну, например, я хочу сказать, что не надо сильно много обладать большим умом, чтобы сказать, чтобы спасти экономику, нужно, допустим, как это сделал Трамп, влил 5 триллионов долларов в экономику Соединенных Штатов Америки. Конечно, здорово, если бы эти 5 триллионов были у нас в стране. Их, к сожалению, нет. Или, допустим, Европа рассуждает, сколько нужно влить в европейскую экономику для развития и поддержки бизнеса. 1,5 триллиона или 2,5 триллиона евро. Угу. Это громадные суммы. Естественно, у нас в стране таких сумм нет, и об этом никто не говорит. Поэтому, как говорится, по одежке протягиваем ножки. То, что мы сейчас имеем в нашем бюджете, к сожалению, реально поддержать реальными деньгами, реальными финансовой поддержкой малый бизнес невозможно. Им можно дать только шансы, направления или какие-то платформы, на которых бы они смогли более комфортно выйти из этой ситуации, которая есть. Вот над этим мы и работаем. А вот услышать сейчас мнение предпринимателей, которые уже имеют какой-то опыт, это очень важно. И об этом я говорил на своей страничке. Ось ви якісь пропозиції для себе виокремили. Там говорилося і про онлайн-бізнес, про розвиток підприємницької діяльності саме завдяки соціальним мережам. Да, ми вже отримали обратну зв'язку від багатьох підприємців. Дійсно, я відбрасую в сторону тих, які дійсно відносяться крайне негативно до цієї ситуації. Которая происходит в стране, конечно же, в мире она происходит, не в стране, извините, я оговорился. Во всем мире эта проблема серьезная, она у всех вызывает страшное раздражение, это так мягко сказано, потому что есть много людей, которые и умерли на фоне этой коронавируса. Не только бизнес свой потеряли, а потеряли жизнь. Поэтому говорить о том, что это раздражение, наверное, мало. Это серьезно большая проблема для всей мировой экономики, для всего мира, для всего мирового сообщества. Я хочу сказать о том, что хотелось бы услышать реальный голос предпринимателей с реальными предложениями. Мы сегодня уже вступили в диалог с теми, кто предлагает реальные вещи. Они в письменном виде уже присылают свои предложения. Эти предложения отрабатываются. Ну, например, вот я говорил с Горсляном буквально полчаса назад, перед самой передачей он мне перезвонил. Они создали платформу. Именно вот ту платформу, о которой я говорил в своем обращении. На этой платформе обсуждается возможность создания альтернативного бизнеса с учетом той ситуации, которая сегодня происходит. Это вот удаленные места работы, которые бизнес можно вести, не выходя из дому. Есть масса возможностей для малого и микробизнеса это делать дома, не выходя из дома и зарабатывать приличные деньги. Вот. Поэтому эта платформа создана. Сейчас мы подумаем, каким образом ее сделать максимально доступной для всех запорожцев. И будем дальше работать в этом направлении. Есть идеи, которые говорят о том, что почему бы не создать. У нас сейчас очень проблемная будет финансовые ресурсы. Их очень мало. И они действительно для всех являются недоступными, особенно для малых предпринимателей, которые занимаются малым бизнесом. Почему бы не создать такое акционерное общество на базе среднего, крепкого среднего бизнеса, который бы стал как бы тягачом, локомотивом в этом деле, создать акционерку, куда бы вошли энное количество предпринимателей, ФОПов, которые бы своими незначительными вкладами смогли создать это акционерное общество и создать такое предприятие, которое работало бы у нас в городе по реализации каких-то товаров или по созданию каких-то определенных быстро реализуемых предметов быта. Ну, те же маски, кстати. Потому что, скорее всего, продлится долго, и эти маски будут востребованы еще очень долго. То есть есть такие варианты, и мы сейчас их обсуждаем. К сожалению, не так много, как хотелось, но уже есть. А ось щодо саме роботи цього антикризового штабу, про який ви сказали, в чому буде полягати його суть? І хто його повинен створити? Самі підприємці? Мы сейчас выступили инициаторами, мы сейчас собрали актив, и я очень надеюсь, что этот актив сейчас работает уже без власти. Я там
надеюсь, будем мы присутствовать. Мы будем их слушать. Почему? Потому что, ну, надо понимать, о чем идет речь. Для того, чтобы сократить вот это вот время передачи информации от одного к другому, лучше участвовать в этом. То есть мы не будем там командовать, мы не будем там давать какие-то указания, мы будем слушать и предлагать какие-то идеи наравне с теми, кто будет входить в этот штаб. Но руководить этим штабом я все-таки хотел бы, чтобы это делали предприниматели с опытом, но уже не представители власти. Ось мене цікавить, власне, ваша думка. Як ви гадаєте, наскільки новий черговий транш від МВФ може поліпшити стан економічний нашої країни? Я не думаю, що значительно, к сожалению, потому что для того, чтобы в какой-то степени, в значительной степени, вернее, повысить, улучшить экономическое состояние нашей страны, этот транш должен был быть, наверное, раз в 5, как минимум, больше, чем то, которое деньги нам обещают. Кстати, они до сих пор, по-моему, еще не пришли, эти деньги. Их только пообещали, эти деньги. И я понимаю, и Международный валютный фонд, сейчас все страны нуждаются. Ну так, зараз такая нестабильная ситуация во всем свете. Поэтому я как бы не сильно уверен в том, что нам европейское сообщество поможет. Все-таки вот этот призыв, что ли, спасение утопающих, дело рук самих утопающих, сейчас очень актуально для нашей страны. Угу. Ну, можливо, ще таке питання. Зараз підтримати бізнес можна лише на законодавчому рівні. Тобто місцева влада таких повноважень зараз, на жаль, немає. Окрім цього створення антикризового плану. Ну, все, що може. На самом деле, бізнес треба допомагати, звісно ж, путем вливання больших фінансових вливань. Це роблять всі во всіх розвитих країнах, де такі можливості є. Вот чем более богатая страна, тем у нее больше финансовых возможностей. Если бы у нас сейчас на депозите где-то лежало там 1 600 800 000 000 гривен в запасе, в так называемом запасе, конечно, было бы гораздо легче поддержать. В первую очередь, конечно же, нуждаются в поддержке люди, которые работали на рынках города Запорожья. Они практически на 2 месяца лишены рабочих мест. Это их основное место работы. Они за счет этой работы кормили свои семьи. Сегодня, второй месяц, они не в состоянии этого делать. Это очень серьезно, это очень проблемно для них. И, конечно же, такие люди нуждаются в помощи. Это и владельцы мелких магазинов, это и сфера услуг, такие, допустим, как парикмахеры, салоны там, красоты, там еще что-то. То есть эти люди, которые лишены на сегодняшний день возможности работать и зарабатывать деньги. Ведь это не чиновник, которому приходит зарплата. Это человек, который зарабатывает своим трудом деньги. Поэтому я их очень понимаю. И сегодня нужно делать все для того, чтобы хоть как-то помочь этим людям пережить вот это сложное время карантина. Мы, кстати, вот в программе в антикризисной будем рассматривать прежде всего возможность выхода. Какие предприятия будут в первую очередь выходить, при каких условиях будет дальше. Конечно, мы планируем, что это будет постепенно. Почему? Потому что если мы резко выйдем из режима карантина, очень есть большая вероятность, очень большой риск есть, что резко возрастет опять количество зараженных людей. И этого все боятся. Все ж таки, а как вы гадаете, когда будет опубликован этот антикризовый план? Я очень надеюсь, что мы в течение вот выхода из карантина этот план уже будет готов. Ну, во всяком случае, такие поручения Владимир Викторович дает. Сейчас посмотрим, как будут выполняться его поручения. Я думаю, что он достаточно эффективный управленец для того, чтобы потребовать от своих подчиненных вовремя выполнения этого плана. Валерію Гавриловичу, вам дуже дякую за те, що ви до нас завітали. А глядачам нагадаю, що сьогодні у нас в гостях був радник міського голови Валерій Еделєв. Залишайте з нами на Z, бережіть себе та своїх близьких. Побачимось.